на базаре в Прибля-Гоярде. Как всегда из-за пустяка наши бабы, сказать по правде, меж собой удрались, пока вдруг жандармы, вот обормоты, не примчали себе на грех, и пешком, и конно, и мото успокоить хотели всех. Но у людей, видать, недаром из века в век заведено, чтобы жару задать жандармам, драчуны встают заодно. Как с цепи сорвавшись мегеры, на пришедших кинулись в раз, и спектакль забавный сверх меры тут был дан, уверяю вас. Между нами своих симпатий к людям в форме скрыть не могу. Обожаю я наблюдать их, когда смирно лежат в гробу. С высоты своего положения там под крышей моя конура разжигал я внизу сражение громким криком «Гип-гип, ура!». Пожилого сержанта Матрона привязав, велела кричать: «Смерть легавым, долой законы и анархию величать!». Голова другого попала зад одной из жандарма убийц, где ее как тисками сжала меж обширнейших ягодиц. Расстегнув свой корсаж торговка, что с огромным бюстом была, принялась им дубасить ловко, до кого дотянуться могла. Шары летели словно бомбы, знатоки как один твердят, что прекраснее гекатомбы не видал человечий взгляд. Но вот, решив, что забияки получили свое сполна, эти фурии, дабы в драке поставить точку, вот те на. Эти фурии нет, едва ли я смогу вам сейчас назвать то, что они бы им оторвали, к счастью, нечего было рвать. То, что они бы им оторвали, к счастью, нечего было рвать.